Меня зовут Нелюбина Анна. Учусь в АТГУ, магистратура первый курс, наукоемкие технологии. У меня был ментор Мариинский Евгений Львович. Это во втором сезоне. А в первом сезоне был Бажный Константин Сергеевич. Я была довольна в первом и пошла во второй уже осознанно, чтобы получить еще больше чего-то нового. В общем, перегорела от жизни немножечко, вот, и как-то становилось все грустно. А я с ним вот пообщалась, он меня как-то на путь истинный наставил, и какая-то вспышка такая внутренняя, и заставила идти вперед. То есть там не сидеть на диване, а что-то сделать и пойти. Моя потребность, когда я только начинала работать, мне хотелось больше заработка. Вот, и мне подсказали хороший способ. Самая первая встреча прошла очень по-теплому, по-душевному. Мы встретились в кафе, попили по чашечке кофе, обсудили вообще, чем я занимаюсь, чем он занимается, решили, чего мне не хватает в жизни, обговорили это. И вот потом начали развиваться, были домашние задания, какие-то задания на саморазвитие. Вот, и потом пришли к этой программе. Менторы меньше, они больше в таком расслабленном варианте, там, допустим, в этом же кафе. А когда преподаватель со студентом, у них более такая официальная встреча, так скажем. То есть там более так официально, и когда-то бывают какие-то такие стеснения между друг другом, все. А тут более такой открытый, более душевный разговор получается, больше раскрываетесь между друг другом. Это очень важно, просто для развития своей личности. Это прям реально. То есть ты смотрела в окно по одному, а потом совсем по-другому. Новая возможность, новые перспективы, новый взгляд на жизнь.